Карина Тритл, австралийская художница. О себе она пишет: «Я художник-самоучка. Я рисовала и рисовала, когда была очень молода, но у меня никогда не было времени заниматься своей любовью к искусству. 5 лет назад я решила, что пора вернуться к своей жизненной страсти. Я начала с карандашных рисунков, граффита и акварели, но как только я познакомилась с маслом, с тех пор я рисовала им. Для меня было такой радостью, что я могу написать на холсте что-то, что привлекает мое внимание и что волнует меня. Моя работа отражает мои мечты, мои фантазии, мою душу. Меня вдохновляет все, что я вижу вокруг себя. Музыка, чистое голубое небо, облака, волны. Меня очаровывает человеческое тело и то, как наши эмоции проявляются на нашем лице, даже когда мы пытаемся это скрыть. Когда я иду по улице, меня привлекают люди вокруг, и я вижу картину вместо человека. Искусство для меня страсть, и без него я просто не могу дышать. Моя цель в моих произведениях искусства – поделиться этой жемчужиной подаркой с тем, с кем она встретится». Художница работает в Сиднее, Новый Южный Уэльс.